Костромскую область представляет 13-летняя Екатерина Кольцова, которая тренируется под руководством Юлии Тащаковой. И эта фигуристка представит нам очень оригинальную произвольную программу. Ну, слушайте, все-таки «Танго Роксаны» — это такое музыкальное произведение, которое может как прибить ко льду, так и возвысить. И приятно, что в случае с Екатериной Кольцовой случилась вторая история, что она, ну, практически безошибочно исполнила свой произвольный прокат и, конечно, тем самым очень порадовала своего тренера Юлию Тащакову, который является президентом Федерации фигурного катания Костромской области и сама в свое время каталась на уровне кандидата в мастера спорта. Мне кажется, что отличный прокат получился, и в целом придраться практически не к чему. Ни к самоотдаче, ни к исполнению, ни к воплощению задумки тренеров.
Очень-очень достойное выступление нам продемонстрировала Катя Кольцова. Ну и напомню, что у нее было 53.75, у Марии Артемовой 53.04, но Маша, мы знаем, уже не самым успешным образом исполнила свою произволку. И у Насти Шигиной 53.77 балла. Сейчас появляется очень приличный шанс у Екатерины Кольцовой поправить свое положение в турнирной таблице, ведь лишь 2 с небольшим балла составляет преимущество над ней Евы Зубковой и около 3 баллов Вики Барахтиной. Есть возможность бороться и бороться даже за место не только в десятке на этом турнире, а после короткой программы Катя занимала 11-ю строчку, но возможно даже зацепиться за 8 лучших, а то и за 7, и за 6. Во всяком случае, сейчас эта фигуристка существенно поправит свое положение в таблице. Ну и однозначно выходит в лидеры. Почти 64 балла за технику и 114,68 по сумме. Она первая.